Всем привет! Недавно нашел такой, скажем, небольшой баг. Ну, я бы не сказал, что это баг, мне кажется, что это механика, потому что в одном из обновлений было написано, в Твиттере писали, то есть разработчики, что будет изменена механика дропа сундуков Лавалорда и то, что будет падать больше сундуков именно с задобития самого Лавалорда. В принципе, так и случилось. Сейчас за последний удар по Лавалорду, да, если раньше, вот даже если вот посмотреть поля, да, и награды, здесь вот убившая команда получает, да, это максимальный урон, и награда последнего удара есть. Дроп после убийства, это обычный и тому подобное. Награда последнего удара, вот один сундук. На данный же момент падает два сундука за последний удар. Но из этих двух сундуков в дневной лимит, вот в который сундуки Лавалорда, вот 12 из 12, да, в дневной лимит добавляется всего лишь один, а один падает еще сверху. То есть получается, если вы, например, за день убьете 10 Лавалордов, то у вас будет в инвентаре 20 сундуков, при том, что лимит будет 10 из 12. И не убьете, ну, а нанесете последний удар. Вот. Вот в чем суть. То есть за последний удар по Лавалорду вы получаете один экстра сундук, который не вписывается в дневной лимит. То есть он сверх лимита дается. Чем больше именно ласт-хитов по Лавалорду добили, там 2, 3, 4, столько сундуков Лавалорда бонусных в день, считай, вам получаете. Это без учета бонусной карты, да, вот эти карты, которые Таро. То есть, если не считать карту Таро, которая падает, и там можно, там не помню, как она там называется, эта карта, ну, в принципе, можно получить 24 сундука, дневной лимит, вы можете набить. То есть, помимо этого, вы можете еще получать экстра сундук каждый раз, когда делаете last hit по Лавалорду. В принципе, такое небольшое, ну, не баг, я скажу, механика. Ну, мне механика, но просто где-то лоханулись все-таки разработчики и не всчитали этот экстра сундук, я думаю. А, в принципе, может, это бонус, не знаю. Называйте, как хотите, но, в принципе, фишка классная для тех, кто на новых серверах, для тех, у кого хороший дома, кто могут добить спокойно Лавалорда. Просто можете сходить периодически, там, раз в пару часов, и именно ласт-хитами набивать дополнительные сундуки. Это очень классно, особенно на старте серверов. В общем, это пока все, что я хотел. По механике обещал в пятницу, к сожалению, не смог. У меня навалилась работа дополнительная. И не знаю, как получится в ближайшее время. Я постараюсь все же снять по атаке и защите механику. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.